Привет, дорогие друзья, с вами Сергей Шихайлов. Вот, мы переехали с моим оператором, другом, жить в тундру. Посмотрите, ребят, тундра, везде хорошо, нет ни одной души, везде тишина, даже птицы попросту отсутствуют. Так, вот, ребят, болото. мы по дороге в наш дом. Да, мы идем в наш дом, а вот, ребят, в этом болоте мы ловим некоторую пищу. Тут всякие жучки ползают, там рыбку подлавливаем по вечерам, чтобы как-то покушать нам было, вот, да. Зачем вообще мы сюда приехали, друзья, жить? Потому что пришли нам повестки в военкомат, в армию хотят нас забрать. Мы решили спрятаться от государства, не хотим служить России, вот. Она нам не нравится, и мы не будем в ней служить. И мы решили спрятаться, изолироваться от всего мира, друзья. И переехали в такое вот красивое место. Покажи им место. Вот, ребят, вот здесь мы находимся в данный момент. Да, вот здесь мы живем. Вон, ребят, у нас есть турник, мы сами его соорудили. Вот. Ребят, чуть позже покажем нашу лачугу, дом, да? Да. Мы его отжали у деда, нахуй. Покажем дом, у нас тут есть дом, где мы живем, спим, ночуем. Купили, блядь, за водку, за бутылку водки, нахуй. Вот, ребят, у нас есть турник. Вот он, нахуй. Ну, показывать он, конечно, не будет, как он работает. Да, ребят, я и устал. Целый день на ногах охотился на бобров, на всяких зайцев убивал. Ну что ж, пойдемте в домик наш. Значит так, ребята, вот наш дом, мы тут мы спим по ночам. Сейчас, конечно, мы не можем попасть внутрь, друзья, потому что замок заклинился каким-то образом неизвестным. Может быть, это призраки какие-то закрывают, я не знаю. Пишите в комментарии, кто закрывает. Вот. И мы по очереди спим, ночью один сторож всегда стоит вот здесь вот и караулит, пока один спит. Мы спим по 4 часа. Сначала один спит, потом другой его меняет, потому что ночью слышны какие-то непонятные звуки, непонятного происхождения. Как будто бы джипер-крипер какой-то к нам хочет зайти ночью и нас убить. Но мы не дураки и на ночь оставляем охранника. Вот тут стоит охранник и ждет, пока один поспит. Вот. Ну, потому что непонятные звуки какие-то слышны. Непонятные звуки, вот. Как будто, ну, очень страшные звуки, непонятные. Тут надо полтергейстов. Ладно, пойдем. Вот тут, друзья, я моюсь. Точнее, мы вдвоем тут моемся по утрам. Вот, вот в этой реке. Тут мы и воду набираем, чтоб чай пить с пряниками. На самом деле нам не хватает еды, и мы голодны. Вот мы ходим тут сутками и поймаем, ну, дай бог повезет, одного бобра, нахуй, за сутки. И кушаем его мертвого. Вот. И тут воду набираемся и подмываемся, моемся вон. Чай пьем. Летом будем загорать тут и ловить рыбу. Ребят, как мы зарабатываем? Вот вопрос. У нас, значит, тут зона отдыха. Мы тут открыли курорт, арендовали вот эту землю, кусочек вот земли. И тут мы летом отдыхают, туристы приезжают и кормят нас печеньями. Хуя у тебя ебало. И печенье дают, чай дают, угощают. Ну, мы тут их располагаем летом. Они прыгают с веток вон, залазят на вторую ветку и прыгают вниз. Также тарзанка тут у нас была, кто-то снял, пидорас украл. Мы новую сделаем. Вот оттуда он прыгает в воду. Ну, людям нравится. Нас угощают всякими гостинцами за это. Вот. То, что мы, ну, организуем отдых для людей. Вот. Сами тоже не против тут искупаться. Правда, сейчас прохладно. Ну, рыбу пойдем ловить, покупаемся, когда бобра и зайца подводного. Ребят, быть красивым парнем, да? Даже тут на тундре приходится за собой ухаживать и содержать тело, ноги, блять, красоте.
Что-то помешало наклониться, да? Пузо. Отъелся на харчах, блядь, бобровых, нахуй. Хуй, блядь. Пиона дает. Че не брать? Вот, ребят, продолжаем путь. Вот такие вот трудности, ребят, ожидают нас на протяжении всего маршрута. Трудности и опасности. И, конечно же, мы их преодолеваем с легкостью. Сейчас придется перепрыгнуть данный ручей. Все. Вот такие вот, друзья, делают переводы, аттракционы для нас, развлекает нас. Это качалка. Один человек садится на этот край, другой человек садится на тот край, и они катаются. Вот так вот, помните, как в детстве, да? Вот так же можно походить, тут и посидеть вот на краю дерева. Вот этого. Да, хороший был, ага. Хочу, точнее не хочу, но думаю, надо. Это мост еще до немецкой постройки. Именно здесь, в тундре, ходили СССРовские поезда. И говорят, что они везли комнату янтарно. Вот. В общем, этот мост, блядь, по которому перевозили, блядь, драгоценные металлы в янтарную комнату. Тундра. Так я уже говорил не раз, мы находимся в тундре, этот мост использовался Третьим Рейхом, вот, чтобы возить золото в янтарную комнату. Именно здесь видели последний поезд Адольфа Васильскевича. Это его и брат гитлерский, вот. Но именно его и поезд тут проходил и направлялся, по слов очевидцев, в янтарную комнату. Да. Ага, получаете, твари. Ладно, ребят, также хочу напомнить, что в ближайшем времени на нашем канале будет разыгрываться новенький классный семейный автомобиль. Лада Веста в кузове SV Cross, версия Black Argus, нахуй, будет разыграна на канале в ближайшем времени. Для участия нужно поставить лайк, написать комментарий и подписаться на этот канал. Вот, и мы разыграем Ладу Весту среди вас, друзья. Машина классная, то, что нужно для этого времени. Большой клиренс, хорошо ездит по такой местности, друзья. Дешевое в обслуживании и довольно качественный автомобиль. Он будет разыгран, друзья, да. И чтобы его розыгрыш вступил в силу, нужно, чтобы участников было 1 миллион. А это значит 1 миллион лайков, 1 миллион комментариев и 1 миллион подписок. И мы разыграем такой автомобиль, друзья, да. Разыграем, я вас не обману, блядь. Вот, ребята, как говорил, находимся в тундре, и порой творчество в голове проявляется, и хочется себя чем-то занять. Поэтому по вечерам я выхожу и рисую вот такие вот портреты, друзья, да. Вот такие вот портреты я рисую. Потому что скучно тут жить, ой, на самом деле. Спокойно, но скучно, и очень страшно, холодно, голодно, вот, но... Поэтому, когда мне скучно, я рисую вот эти портреты. Именно в этом, друзья, проходит наша охота в основном на бобров. И именно в этом месте было убито более 30 штук, и мы их съели. Конечно, сейчас их мало тут уже осталось. Как видите, бобров ни одного не замечено на фоне, но тут мы поймали много бобров. Я залазил на ту ветку верхней, и когда бобёр, ну, охотился на дерево, я на него прыгал сверху. Я ему прыгал и пиздил его, нахуй. Это правда, ребят, это просто гениально. Да, это моя идея. Вот с ветки я прыгал и на бобра, и пиздил его. Конечно, да. Мне тоже доставалось пару раз. Подтверждаю, ребят, историю вам. Вот видите, вот тут сучок, это тоже вот залазил, вот он, вот этот человек залазил. Вот, и получается, хотел прыгнуть на бобра, но нечаянно сломал это дерево, ребят. Это очень-очень-очень жесткий момент был. Да, ребят, жалко дерево, но теперь это как достопримечательность. У нее очень необычная форма, она прям как будто с какого-то фильма ужасов. Ребят, вот так вот мы находимся на бобра, нужно говорить тише. Сейчас наш Сергей находится
позиции, как гепард наблюдает свою жертву. Вот так, ребят. Ребят, сейчас мы будем купаться. Какое сейчас число? 16 февраля 22 год. Да, ну сразу же можем заметить то, что очень больно ногам самим. Да, ноги сводят сразу же. Да. Но сейчас самое главное не наступить на какую-нибудь хуйню, типа, по типу, блядь, чего? Гвоздя, стекла. Да. Ну все, давай, пойдем. Да. Так, нас там сейчас проверим, ты пока заходи. Заходи, блядь. Ты пока купайся, эти. Тут же сейчас глубина поднялась, мы, по идее, сейчас по пояс сразу. Пиздец. Блядь, вода ледяная, сейчас сколько? Где-то ноль на улице, ну, где-то градус один, да? Адреналинчик ебашит, да? Ноги сводят, сука. Ладно, короче, нахуй. Берем и делаем это дело. Да ну нахуй, ты куда? Охуенно, ты. А, кстати, смотри, чел. Чел, ты. Ух, я все хочу. А, прикольно. Ну что, сможем сказать, ребят. Вот когда идешь, короче, такое потрясывание именно тела, да? Я в шоке. Я хочу как-то, ну, я хочу тоже. Ну, я. 16 февраля, еще на телезитке местами стоит лед. Вот, ужас, очень холодно. Но я спускаюсь. Ну что, нормально? Айс! Ну понятно, что не ход, блядь. Ой, блядь. Ой. Нормально, да? Вылезешь? Да. Помочь, может? Нет. Вот кабанчик вылазит, нахуй. Просто. Просто медведь просто из спячки, нахуй, проснулся. Мощь, блядь, смотрите на это. Смотрите на эту мощь, блядь, просто, блядь. Ух, да. Кабан, нахуй. Балдёж, ужас. Ладно, на самом деле не холм, вообще лето. Лето? Нихуя не лето. Ладно, даже не знаю, что. Ладно, осталось только высохнуть и одеваться, друзья, да. Конечно, было пиздато, я прыгаю с ветки. Я думаю, это хуёвая затея, братан. Можно не всплыть. Ну да, да, от шока. Хотя хуй знает, мне шока такого сильного не было. И даже сердце ровно бьется. Ну, потому что я закаленный, похуй. Мне похуй как-то. Аж тело горит. Тебе больно. Братан, ты куда собрался? Давай. Больно, наверное, твердое, да? Да. У меня, знаешь, такое чувство, что если я сейчас впаду в воду, я умру. Да-да-да, есть такая хуйня. Будто с самолета прыгаешь. Давай. Ты куда, братан, на ветку хочешь залезть? Я не могу. Давай. Давай, пошел, братан. Аккуратненько. Думаю, что это водичка. Тепло очень. Сауна, сауна. Это тепло очень. Греешься. Сауна, ебать. И так далее. Это плохая идея, братан. Там лучше не залази. Все, вылази. Давайте руку, да. Давай руку. Красава! Вытащил меня! Как всегда, нахуй. Вот чел, нахуй, покупал. Он так обжигает, да? Ну да, да. Прикольно, прикольно. Ага. Ну-ка, держи, еще ебану. Фу, бля! Когда я приземлился в воду, точнее, начал плыть, я себе сразу представил, каково было людям, которые тонут на кораблекрушениях, да? Когда Титаник затонул. Они тоже плыли в очень холодной воде, друзья. Вот. Ну, холодно, конечно. Сразу ориентация теряется. Как-то руки неправильно гребут, плаваешь как-то, да? Хуёво. Да. И, конечно же, и дыхание перебивается немного вот. Ну, хуёво, что было. Кто тонул на Титанике, да? То есть домой, уже, как видите, темнеет. Пора топить печь и готовиться ко сну. Стелить кровать. И уже сейчас мой друг пойдет на охрану. Оператор уже будет охранять. Но сначала приготовить мне что-нибудь поесть. Мы поймали пару бобров и утку. Вот, будем есть. Чай будем пить из коры и травки. Ну, еще речной воды.
Ну вот, ребята, зашли мы в наш дом. И вот тут я... Тут я провожу свой досуг. Сплю, вот. Сплю я вот в этом углу. Вот тут я сплю. Вот тут вот ложусь и сплю. Мне тут спать не очень комфортно, друзья, но достаточно комфортно. Там мой склад. Там я храню банки с едой, которые ловлю бобов, мариную. Ихние глаза, уши мариную. Там вот бобриные хуйки в соусе. В общем, еда у меня там... Еда у меня там, в общем, на зиму. На зиму, на весну, на раннюю. Ну, заготовки делал, мало ли, не будет бобров больше на озере. И надо же как-то есть продовольствие, выживать. Вот там у меня хранятся кора и бобриные хуйки маринованные в масле. Какой? Асим! Oh, yeah, man. Burmese python. No way. Oh, my goodness. My night is made. Oh, praise God.